Здравствуйте, меня зовут Гавриил Федотов, мне 32 года. В 2010 году я поступил в театральную академию, курс Григория Михайловича Козлова, и с 2014 года я был принят в труппу театра «Мастерская Козлова», где служу и по сей день. Значит, роли в театре. «Тихий Дон», я играю Дмитрий Коршунов. «Братья Карамазовы», Дмитрий Карамазов. Спектакль «Детский Том Сойер», я играю Тома Сойера. Спектакль «Тартюф», я играю Валера. Спектакль «Принцесса Турандот», «Принц Калаф». Спектакль «Дачная трилогия», итальянский режиссер, работали с переводчиком. Я играю Леонардо. По спектаклям, наверное, ну, может, что-то и забыл, не помню. Роли у меня все разные. Мне там определенного амплуа, типаж, который я постоянно его играю. Нет, у меня комедия, драма, характерные, очень люблю характерные роли героев. Так, значит, роли в кино. Конечно, такие имеются немножко, но все-таки есть три главные роли. Сериал «Напарники», «Родня» и «Хрустальные вершины». И много всяких эпизодов во всяких наших питерских сериалах. Что могу рассказать о себе? Люблю спорт, люблю заниматься спортом, держать себя в форме, без вредных привычек. С 12 лет я занимался автоспортом, ралли. Также с 12 лет, кстати, почему-то мне 12 лет, такой какой-то переломный момент в жизни, я стал сразу всем заниматься. Танцевал брейк-данс. С 12 лет, да, еще танцую брейк-данс, танцевал, сейчас уже как бы нет. Так, что еще могу сказать о себе? Значит, я люблю жару, люблю жаркие страны, не люблю холод, не люблю дождь, но, как ни странно, люблю Питер. Да, вот так вот бывает. Также, да, занимаюсь, сейчас редко, но иногда занимаюсь, это бокс. Чисто для себя, просто развитие, координация. Для актера это очень важно. Читаю книги всякие разные, интересные и вообще неинтересные. В какой-то момент дочитал книгу, думаешь, зачем? Вот, что еще себе могу сказать? Самоучка на фортепиано. Гитара вообще нет. Я думаю, пойдет.